Около 750 тысяч гостей и жителей Астаны посетили за лето этноаул. Его открытие было приурочено к проведению международной специализированной выставки «Экспо». Юрточный городок разместился на территории столичного ипподрома «Казанат». На протяжении 3 месяцев посетители встречали творческие коллективы со всех областей. Каждый из регионов организовал не только насыщенную культурно-развлекательную программу, но и проводил мероприятия по национальным видам спорта. А народные умельцы демонстрировали мастерство и обучали своему ремеслу всех желающих.